итоге осталось лишь 70 тысяч. А после счетов завода и выплаты долгов знакомым, забавно, остается всего лишь 1800. А дома одни крошки. Ладно, Пачита, на ужин у нас сегодня один кусок хлеба. Знаешь, Пачита, а я ведь могу умереть, сражаясь с демонами. Жалко будет, если больше не смогу о тебе позаботиться. Я слыхал, что некоторые демоны могут вселяться в тела людей. Если ты один из таких, то я хочу, чтобы мое тело досталось тебе. Я хочу, чтобы ты прожил обычную жизнь. Осуществи мои мечты ради меня. Мне всегда нравилось слушать, как ты мечтаешь. Это контракт. Я стану твоим сердцем, а взамен... Дэнджи, осуществи свои мечты! Это убить демона Бузы. Я здесь ради мести за всех людей, павших от рук демона. Безопасность людей для меня на первом месте. Мисс Макина, есть ли какой-то парень, который вам нравится? Кто-то такой, как ты, Дэнджи. Кто-то такой, как ты? Разве это не я тогда? Ну все, Дэнджи, теперь ты будешь работать под моим началом. С сегодняшнего дня у тебя, Дэнджи, будет напарник. Напарник? В целях безопасности на госслужбе так заведено. Как удачно складывается, кажется, она здесь. Только осторожно, твоя напарница одержима. Я бы предпочел смерть работе здесь. Кому захочется напрягаться ради жалких людишек?
Спасибо, ребята, за такой проделанный труд, чтобы выступить сегодня на нашем фестивале. Молодцы!